Ребята, всем привет! Привет! И наше утро сегодня начинается со съемок видео. Смотрите, мы готовимся. Готовим кабинет босяток. Сейчас будем раскладывать парты наши. Я босяток уже отгримировала. Пока. Да. Босятки у Фаюшки готовы, она готовит доску. Да, басики, держитесь. Как вы помните, пиши не диктант, пиши видео. Самостоятельная работа будет диктант. У них. Ну, мы же вот по английскому. Ну, так, это же диктант будет. Да? Ну, типа, смотри, там, как нам-то диктуют, и кейк там, торт. Ну, я понимаю, но это вроде бы называется не диктант. Диктант. Да? Да. Ну, пиши. Ребята, ну все, мы начинаем съемку. Ребята, вы посмотрите. Собрала я листочки басиков, когда они написали диктант. И тут Ритуся сидит. Посмотрите, пришел маленький директор и не дает нам снимать. Директриса младшая, да? А, Ритулек? Колготы. Ребят, все, хотела еще там чуть-чуть доснимать, но, наверное, Ритусик уже увидите. Да, уже увидите, что у нас получилось. А мы будем сейчас собираться к бабушке. Да, поедем к бабушке, мы с Ритулькой. Папка поедет в деревню. А потом мы тоже вечерком поедем к нему в деревню. Да, Ритулек, одеваемся? Одеваемся. Мы уже в машинке, едем. Сидит маленький акуленок. Ту-ру-ру-ру. Акуленок. Что такое серьезное это? Загнись, ты хоть твою любимую песенку пою. Ту-ру-ру-ру-ру. Я малыш. Ничего не понимаю, что происходит. Еще один акуленок сидит рядом это со мной. Это антилопа. Это дельфинчик. А это Ритин, братан. Мяу. Ритулька любит рыжего очень-очень-очень сильно. Он, кстати, у нас был когда в первом классе, да? Да. Классе. Ребята, кто смотрел «Школу басиков», когда рыжий ходил в школу? В первом классе. Ну все, мы едем, да? Ой, Ритуля любит с ключами играть. Слушайте, это что-то невероятное. Еще любит подходить к домофону и пикать пикалкой этой. Да, Ритуль? Ой, прям трясется вся, дайте пикнуть. У кого так же братики и сестренки любят делать, ставим лайк. Опа! Ритуля танцует, Файка танцует. Антилопа танцует. Ху! Эту песню уже, мне кажется, все наше семейство выучило, да, Ритуля? Едем в лифте. Только не привыкла к лифтам. Пришлось взять с собой кресло. Мы же поедем на другой машине, да? В деревню. О, Рита, ключики бери, скорее упадут. Выходим. Кали уже у бабушки. Но у нас только одна бабушка. Ждем вторую бабушку. Вторая бабушка сейчас к нам еще приедет. Сегодня поедем вечером к третьей бабушке. У нас что, сегодня день бабушки, что ли, Фай? Сегодня у нас день бабушек. Да, Ритулька? Мы объявляем сегодня день бабушек. Рита, вот белка, заплетает... белка, погоди. Рита заплетает белочки хвосты, да, белка? Рита заплетает белочки хвосты. А папа на работе. Не, папа поехал в деревню. Папа в деревню поехал. Ой, какая белка красивая. Рита, как всегда, приехала к бабушке, сразу схватила калькулятор и сидит тут счетчик. Смотри, какая хорошенькая. Не снимай. Ой, какая ты красивенькая. Мама, можно я спидер покажу? Покажи. Смотрите, мама его сама мне делала. Да, пока. Ребята, помните? Его, мам, а мама, можешь меня снять? Я сейчас его покручу. Ну, давай. Смотри. Сейчас. Давай. Вот. Вот повернись на камеру-то. Его вот так вот можно прикольно крутить, а еще тут миллионы игрушек у бабушки. О, вот так вот. А еще он очень удобный, когда его вот так вот складываешь. И спишь на нем, и, да? И у антилопы тут уже свое место есть. А рыбину кто купил? На 8 марта подарили. Видишь, это какая антилопа. Рыбина прикольная. А, там куча вот, игрушек. Вот тут. А, кстати, тут еще мишка. Доставай такой. Все, Ритулька будет играть. Вот этот бешеный какой-то. Доставай Рита. Все. Нет, Фаинку отправляю сейчас в магазинчик. Я хочу вкусно маму. А что такое вкусно мама? Это такие шарики эти, наподобие Несквика, только они вкуснее. Ну давай, если ты будешь, покупай. Купи Ритуле один творожок, один. Ребята, вот как всегда, приезжаем к бабушке и в магазин. Одну пюрешку какую-нибудь. Сок надо ей покупать маленький? Одну пюрешку купи. Сок надо маленький? Нет, не надо сок. Одну пюрешку. Творожок. Один творожок. И?
И морковку. Морковку? Винегрет, да, я хочу опять винегрет. А сколько морковок? А морковь штуки 3 возьми. Окей, давай денежку. Так. И телефончик мне, и я телефончик, сейчас Фаюшка поснимает. Так, ну что, ребята, я пришла в отдел с детским питанием. Сейчас посмотрю, какую пюрешку летучую лучше взять. Наверное, я возьму ягушку-грушу. Так, а теперь за творожком для летучки. Возьму летучки с яблоко и бананом. И себе еще хотела какой-нибудь взять йогурт. Но пока не знаю, какой. Наверное, я возьму себе вот такой вот с черникой. Еще мама сказала взять молочко. Идем за вкусномамой. Я хочу какую-нибудь такую. Наверное, с поняхой. Тут, надеюсь, кукурузку. Кукурузные шарики. Чак. Ой, у меня все покрыто, как обычно. Ребята, у меня разрядился телефончик, поэтому покажем дома, что я купила. Ребята, я в магазине не успела вам показать, что я дальше взяла. Давай. Поэтому покажу сейчас. Я взяла вкусномаму с машинкой, потому что там были для девочек, но там была сладкая вата. Слушайте, я вообще такую штуку первый раз вижу. Я такую увидела, ну, привет, просто девочки. В ютубе какую ели, я очень хотела попробовать. Давай, дальше, что ты со мной покупала? Дальше я себе еще взяла творожок. Ой, Фаюшка очень любит. Я обожаю творожки. Пюрешку летучую, как и просила. Так, решила взять с грушей. Молодец. Я раньше очень любила покупать. Да. Дальше морковку. О, морковочку мне надо ставить. Была только такая. Давай, доставай, я пойду морковочку ставить. Молочко. О, молочко купила. И творожок летучий. Чем ты взяла? А это какая-то вкуснятина, бабуль. Надо кушать ее. Лакомство плюс сюрприз. Вот тут машинка какая-то. Давайте сейчас ее откроем. Давай, открывай. Тут наш главный герой сидит. Антилопа. Антилопа. Антилопа Акулана. Антилопа, антилопище. Мне нравится имя антилопа. Садись. Ритуля. Что-то у меня тут ничего не получается, к сожалению. Сейчас давай я кажется... помогу. А, нет, все получается. Мне кажется, машинку мы будем очень долго собирать. Давай. Вот эти штуки вроде бы надо с молоком есть, если я не путаю. А, машинка не очень нормальная, какая-то странная, в общем. И вкусняшка. Тихонько. Так, давайте открывать. А что там за вкусняшка-то, Фаюш? Там какой-то рис вроде бы, или не рис, я воздушный не рис, как бы, что ли? Ну, его с молоком надо есть, это я знаю точно. Ритуль. Мам, помоги открыть. Давай. Это, оказывается, вот обычный так воздушный, да? Рис, просто его ложкой кушаешь, для удобства ложка положена, и все. Вилка даже. Ложка или ложка? Вилка? И все. Я думала, что-то прикольненькое. Это необычный, это да, очень вкусный. Ну, кушай. Давай с молоком так попробуем. Я пошла ставить морковочку варить. Чудо. Ребята, мы продолжаем заниматься. Сейчас будем повторять, что такое площадь прямоугольника. И будем повторять объем. Ты знаешь, кто? Ритуля. Ты великан. И будем повторять еще объем прямоугольного параллелепипеда. А я его и так не знаю. Вот сейчас я тебе тогда все расскажу. Ритуля, ай-яй-яй. Давай, бери ручку, иди ко мне. Ну, может, мы сначала покушаем вкусняшек? Ай, Маргошка, не мешай, пожалуйста. Площадь. Риту. Рита. Просто кидает, и у меня почерк неровный. Для игры в классике Таня начертила на асфальте прямоугольник со сторонами 2 метра и 3 метра. Мы покушали и отдыхаем. Тетя сладкие зайки тут лезят. Мамочки, тут сладкие пупсики. Сладкие пупсики будут спать? Я не буду. Маргоська. Маргоська бух сейчас будет? Маргоська картошка. Да? Куда тебе, Маргосик? Белька. А, Белька. Боится. Ритуль, смотри, не упади. Меня. Ритуль. Мама, что она делает? Не знаю. Куда-то лезет. К бабушке, может быть? Нет. Просто балуется. Ритулек, Маргоша, ты балуешься? Как бы... Ай, боль! Упадет! Не дави, Маргоша. Ритулек, а? Белка, не дави на живот. Я только поела. Смеснулька маленькая. Мама. Оп, оп, оп.
Время пострелять мама, между нами. Пау-пау. Мама, я танцую под нашим басую. Мама, я танцую под нашим басую. Так ребята напишут, хватит мучить Ритулю. Мама, не, я танцую под нашим басую. Белка, ты улыбайся. Пум-пум-пум-пум. Кто так любит? Сердце остаешься там. Кто так любит играть с братиками, сестренками? Белка любит играть со мной. Я с ней, да, Белка? Девчонки любят так играть. Ой, Белка. Куда тебя? Хохотушка. Ритушка-хохотушка. Белка. Белка. Рита. Рита. Кусь. 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 Сейчас кусь из животика. А еще вот так вот. Сейчас будет хохотать. Сейчас будет хохотать. Ты хохотуха. Упадет. Баловень, баловень. Ребята, мы уже едем дальше ко второй бабушке. Смотрите, заехали в Магнит. Я вообще редко езжу в Магнит. Посмотрите, какой стенд прикольный. Слушайте, я даже не видела, что такие есть. Наверняка вы мне сейчас скажете, а у нас тоже в магазине такой стенд стоит. Слушайте, я даже не видела. Прикольный, классный. Ну-ка, тролли, это мармеладки. Все такое красивое. Смотрите, мне что больше всего понравилось. Коробочки лол. Хрустящие конфетки и сюрприз какой-то внутри. Хрустящие конфетки и сюрприз внутри. Красиво, да, как Рафаэл? Коробочка как от Рафаэла. Прикольненько. Ребята, у нас наконец-то наступил вечер. А мне бабочка слаймик купила. Я вам его какой-то, дома хочу показать. Какой-то чересчур длинный день. Мы уже съездили ко второй бабушке. Ага. Сейчас только идем мы... с Фаинкой в магазин. У нас уже вечер. Я специально, я люблю ходить с мамой по магазинам, потому что она пойдем всегда за покупает себе что-то вкусненькое. Это вообще, я просто в шоке. Тоже. У меня такое ощущение, что у меня сегодня неделя прошла. Да? Ну, так столько событий прям за один день. А можно я двум подписчикам покажу слайвик, который мне бабушка купила? Хорошо, покажешь, давай скорее. Это ниндзя слайм. Ниндзя слайм. Ребята меня поймут. Так, нам в карусель, пойдем через центральный. А, это... Так, что? Папки завтра на работу, поэтому... Выбирай мяско. Да, о, нам нужно купить мяско. Мам. Слушай, я думаю, что нет, там этот самый были же. О, какое же мяско взять. Так. Там, короче, огурчики. Мяско? А, кстати, стой, на йогурт. Ой, ну, не случайно. Как раз стоит кукурузка. Так, нам нужна баночка кукурузки на салатик, держи, Зайнечка. На салатик, да? Да. Можешь еще одну может, брать. Может, и горошек тогда взять. Сюда. Возьму еще кукурузки. 44. Может, один горошек взять? Да, один кукурузки. И горошек возьмем. Будем дома показывать, что мы купим или нет? Так, ну, и так все увидят. Мы пирожки тут взяли, три штучки. Так. Может, еще одну кукурузку? Ладно. Ладно, 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 пойдем дальше. Что ты хочешь? Можно? Что это? А, нет, там были лейс по скидке большие. Пойдем к лейс. Мы уже закупились, несемся. Папка нас ждут с Ритулей в машине. Папа отвозил бабушку, поэтому мы вдвоем ходили с Фаинкой в магазин, чтобы сэкономить у время. У нас правда день бабушки какой-то, ребята. Чтобы сэкономить время, мы с Фаюшкой скорее побежали в магазин. Опа. Идешь, давай мне пакет. Здесь. Что ты молчишь-то? Не знаю. У тебя языка нет? Почему? Ну все. Подожди, сколько тут колонки? Пошли. 1100. У меня не паленая колонка. Тут тоже JBL такие же. Ты слова знаешь, паленая. Да. А паленая это как? Это оригинальная. Ну так может быть лучше сказать не оригинальная. Какая? Что такое за слово-то паленая? Дети, говорить нужно красиво. Не надо говорить, какая разница. Все, ребят, мы едем домой. Ритулька спит за целый день. Сегодня второй раз. Первый раз она у бабушки полчасика только поспала, и все. Столько эмоций у нее тоже. Мы едем домойки. Так что всем пока-пока. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.